своими глазами. Британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. Об этом сообщается на сайте Eat This Not That. По словам специалиста, в день человек без вреда для здоровья может выпивать до 5 чашек кофе. Однако суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки. Диетолог добавила, что это правило не распространяется на беременных, передает из.ру. Филлипс отметила, что регулярное потребление кофе в частности способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов, поскольку в нем содержатся антиоксиданты, обладающие противовоспалительным действием. Кроме того, по словам Филлипс, кофе улучшает работу мозга и ускоряет метаболизм, а потому полезно для людей, которые борются с лишним весом. При этом она отметила, что данный напиток необходимо употреблять с осторожностью, не добавлять в него продукты с содержанием жира и сахара. Однако, напомнил специалист, важно правильно пить кофе. В него не стоит добавлять сахар, сиропы, жирные сливки и молоко.